Студия кинопрограмм телерадиокомпании «Останкино» представляет Викторию Руффо в мексиканском телевизионном сериале «Просто Мария». Мария es la flor más hermosa que hay, por su amor a la vida triunfará. María, 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 María. María es la flor más hermosa que hay, por su amor a la vida triunfará. María, 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 María. Продюсер Валентин Пинштейн. В главных ролях Хосе Игнасио, Тонио Маури, Виктор Карено, Хайме Гарса, Матильда Карено, Сильвия Дербес, Альберто Ривера, Сервандо Мансетти, Хуан Карлос Дель Вильяр, Мануэль Саваль, Лорена Дель Вильяр, Габриэла Гольдсмит, Густаво Дель Вильяр, Клаудио Баес, Рита Адриана Парра. Оригинальный текст Сели Алкантара, либретто Карлос Ромеро, телевизионная версия Валерия Филлипс, музыка Хосе Анхел Потро Фариас, оператор Эрнесто Ариола, режиссура Беатрис Шеридан. Фильм дублирован фирмами «Пирин Фильм Париж» и «Радивижн София» при участии фирмы «Варяг Москва» по заказу фирмы «Протоле Лос-Анджелес» и студии кинопрограмм телерадиокомпании «Останкино».